лучше бери оружие и отправляйся в окоп. Они приближаются, и их просто до черта. Как насчет подкреплений? ВВС отправляют птичек, но я сомневаюсь, что этого достаточно. Штаб обещает прислать еще несколько подразделений, но я не уверен, что они доберутся сюда вовремя. Я так понимаю, это шанс заработать несколько медалей или умереть героями. Ага, пошли зарабатывать. Итак, всем привет, дорогие друзья. Проходим игру Вьетконг, и у нас осталась последняя миссия, ребят. Последняя и самая трудная миссия в нашей, так сказать, нелегкой битве. Нападение на лагерь Нуйпек. Нам придется очень несладко. Калаш, я думаю, выложим. Подберем его чуть позже. Возьму М16. Потому что винтовка мне нравится. Если что, там тоже где-нибудь возьмем, найдем. Ну, в будущем я сменю ее все равно на калаш. Ну, в принципе, мы готовы. Все, идем. Пистолет с глушителем нам не понадобится. Итак, инструктаж. Инструктажа не будет. Это будет очень долгая миссия, ребят. Запасайтесь терпением. Отель 6, я Глаз 2. Мы видим противника. Чарли подступают с запада. Похоже, их тут миллион, и все регулярные. Если даже мы их прикончим, не хватит места, чтобы всех закопать. Мы отступаем. Прием. Глаз 2, я 6. Понял вас, конец связи. Всем подразделениям Глаз, я Отель 6. Отходите на базу, они здесь. Прием. 6, я Глаз 1. Вас понял, конец связи. Отель 6, я Глаз 3. Вас понял, конец связи. Пещера, я Отель 6. Нас атакуют. Похоже, это всерьез. Как насчет подкрепления? Будет оно сегодня? Прием. Я Пещера. Подкрепление выслать не можем. Вам придется продержаться до утра. Прием. Я 6. Понял вас, Пещера. Начинается пора. Вот они. Похоже, хотели испытать западную линию. Проучим узкоглазых. Ну погнали! Итак, отражаем противника в западном секторе. Так, здесь есть что? Есть гранатометы, винтовки. Все тут есть. Так сказать, на всякий случай. Так, я не могу забраться туда. Мне бы там было поудобнее. Так, где-то уже стреляют. И очень сильно. Так, пришло сохранение. Всем частям! Я 6, послушайте, парни! Похоже, большинство сил противника прорывается через западную линию. Если они продолжат в этом же духе, мы им всю кровь выпустим, прежде чем они прорвутся. Конец связи! Ой, ты уже весь в крови. На одиночке надо. Здесь, Всем подразделению. Твою мать. Дружище, ты чего? Всем группам! Они взрывают заграждение! Конец связи!
Да, ребят, тут их реально жопа. Всем группам к исполнению. Атаковать. Ё-моё! Противнику удалось навести мост над рвом. От него надо избавиться. Вот видите, друзья, они просто какие-то бешеные. Это будет очень сложно. Всем частям! Я шестой, послушайте, парни! Похоже, большинство сил противника прорывается через западную линию. Если они продолжат в этом же духе, мы им всю кровь выпустим, прежде чем они прорвутся. Конец связи! Так, здесь еще ЛДБшников до хера. Где они пытаются, интересно, пройти? Всем группам! Они взрывают заграждение! Конец связи! Всем группам! Они взрывают заграждение! Конец связи! Разделением. Я шестой. У противника бангалорские торпеды. Они взрывают заграждение между вторым и третьим бункерами. Бангалорские торпеды? Что это такое, интересно? Ты только, я слышу, ты тут не сдохни. Ты бы лучше с миномета-то стрелял, дружище. Мне уже нельзя стрелять, да? Бесполезная херня. Всем позициям! Желтые продолжают атаковать в основном с запада. Я отправляю вам несколько парней на помощь. Держитесь! Конец связи! Блин, жесть. Меня подстрелили. Всем подразделениям. Они между бункерами 2 и 3. Ёпта! Я в последний момент только заметил. Всем постам, я шестой. Скотина. Как от него избавиться-то? Готов. Да это жопа просто какая-то, их столько. Ну, как-то странно, пулеметные точки сделаны. Я могу стрелять только вправо, я влево не могу стрелять. Всем частям! Я шестой! Похоже, они отступают! Продолжать огонь! Не дайте им уйти! Твою мать! Черт, вы чё, блядь, дрочите? Западными бункерами 2 и 3. Разнесите его к чертовой матери! Блять, че он там стоит, стреляет? Кто-то с винтовки пытается лупануть.
неудобный. Это шестой. Знатно поработали, ребята. Прием. Шестой, я глаз два. Сейчас они зализывают раны. Но скоро снова атакуют. Не пройдет и... Ложись! Черт! Или они попытаются достать нас из минометов. Прием. Всем частям в укрытие. Вообще, данная миссия состоит из трех частей. Вечерняя, ночная фаза и утренняя. Утренняя самая тяжелая. Все еще впереди. Всем частям, я шестой. Доложите обстановку, прием. Шестой, я глаз два. У нас небольшие потери от минометного огня. Но Чарли готовит следующую атаку. Нутром чуть. Прием. Глаз два, я шестой. Странно, что они еще не сделали этого. Наши вертушки прибывают за ранеными. Возможно, со свежими силами на борту. Прием. Стой, я глаз два. Они прибудут вечером? Затемно. Прием. Глаз два, я шестой. Убедил штаб, что нам действительно нужна помощь. Прием. Шестой, мы тут без поддержки загнемся нахрен. Они снова идут. Отбой. Все, идем, идем. Куда-нибудь, блин, не знаю. Где еще свободный пулемет? Тупой урод. Сдох. Блин, их не видно ни хера. Он бежит. Ничего не видно вообще, вон там бежит кто-то. Отойти. Следующий сектор, приготовьтесь отступить на внутренний. Вот дерьмо! Так, пока не время отступать. Стоим. Ё-моё. Что такое? Отступаем. Отходите на внутренний периметр. Мы... Пора убираться отсюда. Сука. Глаз два, я шестой. Дождитесь отхода наших ребят. Потом взрывайте фугас в главном окопе. Если они... то придется прием. Это будет очень. Блин, надо на одиночку. Look out!
Патронов мало. 4 магазина осталось. Ой, чё было за баг такой? Ты лезешь раненый, блин. Никто не сдох. Блять, патроны. Бронсона нет случайно? Да нет патронов. Еще должны быть магазины. Ты потратил что ли, сука? Господи, ну и мясорубка. Ладно, выстоим. Все, пошла третья часть. Пещера, я отель 6. Ситуация не изменилась. Часть базы в руках противника, но мы держимся. Есть новости о подкреплении. Прием. Шестой, я пещера. Вам придется ждать несколько часов. Группа истребителей пройдет над вами около 4 часов. Позывной Зорница. Сообщите им о выявленных целях, если они есть. Прием. Я шестой. Понял, пещера. Если они есть, вы рехнулись там? Мы продержимся. Проклятие, что это? Черт! О, нет, это... Шестой, что у вас? Танки. Что у вас? Прием! Пещера, я шестой. Мы атакованы бронетехникой. Повторяю, нашу базу атакуют вьетнамские танки. У нас нет противотанкового оружия. Прием! Я пещера, шестой, повторите. Пещера, я шестой. Несколько танков противника атаковали. Один из них занял позицию в воротах базы и удюжит все. Нам не выстоять против них. Прием. Я пещера, понял вас, шестой. Вы сможете продержаться 1 час? Прием. Пещера, я шестой. Продержаться не сможем. Как только танки решат войти на базу, нам крышка. Если вы не отправите подкрепление в ближайшие 20 минут, мы будем вынуждены оставить базу. Прием. Понял, шестой. Постарайтесь продержаться, но если станет слишком горячо, оставьте базу. Мы посылаем на выручку, что можем. Но первый из вертолетов доберется к вам только через полчаса. Конец связи. Наружу идет единственный Жопа. Путь, через главные ворота. Хорошо, что большинство узкоглазых сейчас в западном секторе. У ворот всего несколько человек. Что делать с этим здоровым танком? Заткнись, Дефор. Если мы взорвем танк, у нас появится шанс пробраться сквозь ворота, пока Чарли обыскивают базу. Которая взлетит на воздух, как только мы выберемся. Да, наши парни уничтожат базу, а потом за нами прилетят вертолеты. Но все-таки нам нужно избавиться от этого танка. Он нашел хорошее место для парковки. Нам повезло, что он экономит снаряд. Стреляет только по мишени. Попробую-ка я подойти к нему окопами. Я с тобой, приятель.
Нет, ты Давай. Не пойдешь. У одного Сука. Будут неплохие шансы добраться туда, пока остальные займут делом наших вьетнамских приятелей. Стив, возьми С4 и затолкай ее под этот проклятый танк. Угу. Таким, такой жопой, блин, мне интересно. Да ёпта! Так, попытка номер два. Вот сука. Снайпер какой-то, что ли, с ППС. Короче, тут я, ребят, хз. Как справляться с этим танком? Прикол. Короче, танк прям стреляет по траншее прямо. И как пробраться, я хз. Будем стараться. Вот мне надо пробраться вот по этой траншее. Мне интересно, каким образом. О, неужели? Подарочек, ублюдок! О, да. Окей, парни, уходим отсюда. Скоро тут будет... Зарница, я Отель-6. Мы убираемся с базы. Зарейте ее ко всем чертям напалмом. Сравняйте ее с землей. Прием! Вас понял, Отель-6. Захожу на боевой. Конец связи. Вот и все, друзья. На этом игра пройдена. Спасибо, что смотрели. Наслаждайтесь концовочкой. Всем пока-пока.
Последнее, что я могу вспомнить, это вид из кабины вертолета. Я смотрел на следы от трассирующих снарядов. Огненные полосы пронзали вечерние сумерки перед тем, как взрезать густой зеленый полог джунглей под нами. И знаешь что, приятель? Все это ничего не значит. Ничего.